Друзья, здравствуйте. 31 декабря 2024 год. Я нахожусь в Крыму, недалеко от села Морское. Вот там море. Нахожусь в горах выше села. И вот здесь в советское время были посажены миндали в таких вот ущельях, чтобы защитить село. Вот там вот уже дома начинаются. От того, чтобы потоки воды во время сильных дождей не скатывались и не размывали там село. И вот здесь миндаль уже разросся. Хочу вам показать, насколько он хорошо здесь растет. И что это средство можно, вернее, это дерево использовать не только около населенных пунктов, но и гораздо дальше. Ну вот там вот уже миндаль не посажен. Миндаль посажен горький. Здесь можно сажать сладкий. Вот смотрите, какое количество миндаля валяется. Частично его птицы клюют. Вот там раздал будет. Там мыши. Ну, частично он и лежит. И вот, что интересно, что от этого дерева вот прямо по скале идут корни. Видите, как он удерживает и даже плодоносит. Вот плоды. Вон пошел корень. Это чистая скала. Вон дальше пошел корень. То есть, если миндаль посадить на дне ущелья, то он потом сам начинает разрастаться в стороны корневыми отростками. Вон он, даже туда он дошел, под самую скалу. Вот. И если сажать сладкий миндаль, то его можно еще собирать. Сейчас в мире 90% всего миндаля приходится на Калифорния, США почему-то. Ну вот, причем там и воды им не хватает, и пчел там травят, которые его опыляют со страшной силой. А у нас миндаль вот в Крыму может расти совершенно без всякого полива, ухода и занять нишу мирового рынка. Ну, свои там 10-15% он может, только лишь Крым. Не такой уж большой там штат США, Калифорния по сравнению с Крымом. Все это как бы соизмеримо. Ну вот. Мест здесь очень много. Ну вот с вашей помощью. Ну я собираю горький миндаль, сажаю и покупаю сладкий тонкокорый миндаль. Вот. Уже те же деньги, которые вы мне присылаете. И его сажаю. Также другие абрикосы тут могут расти. Даже фундук вот в таких долинках, где водичка скапливается, может расти. Так что находите вот такие места, засаживайте их. Потом будете приходить собирать плоды, и всем от этого будет хорошо. И вам, и людям, местному населению, и птицам, животным. И скалы не будут разрушаться. Ну, оползня не будет, и удерживаться будет все от эрозии. Всего вам доброго. Сажайте деревья, лесосады. И будьте счастливы. Спасибо всем, кто мне помогает семенами, саженцами и материальными средствами. До новых встреч!